Можно английский изучать. Смотрите, carrot. Дальше у нас grape, cherry, носочки. Зашла в Икею, ликвидация товара. Смотрите, на весь товар вазы тут различные. Смотрите, прикольные. Вот кружки тоже. Кружку с поцелуйчиком. Вообще, просто первый раз встречаю такой дизайн. Зайчик прикольный. Кружка для стервы. Слезы моих бывших. Черти делают выводы. Какие выводы? Чертовские. Атрибутика для праздников. Смотрите, какие конвертики. Сейчас вам покажу. Милая, просто будь королевой. Смотрите, какие трубочки. Мне понравились. А вот еще, кстати, разные. Смотрите, что обнаружила игрушки. Гусеница. Она настолько мягкая и гибкая, как будто живая. Смотрите, вот это вот волосатое. Я не знаю, что за насекомое. Это похоже, что змея. Вообще прикольный антистресс. Так, объясните мне, что это такое? Смотрите, что здесь написано. Слайм рожица. Что с ним делать?